Маски Тутанхамона приклеили бороду правильно. Легендарная золотая маска возвращается в египетский музей в Каире. Предыдущие 9 недель бесценная реликвия находилась на реставрации. Этому предшествовал курьезный случай. Сотрудник музея, меняя лампочку в витрине, случайно задел маску и отломал у нее бороду. Досадное происшествие попытались скрыть, склеив обе части эпоксидной смолой. Однако через некоторое время в интернете появились фотографии маски, которые демонстрируют слой клея вокруг бороды. Это произошло в прошлом году. Мы изучили наиболее подходящие материалы для того, чтобы прикрепить бороду, и обнаружили, что наилучше использовали древние египтяне. Это пчелиный воск. Бороду успешно приклеили. К слову, и ранее бородка не была хорошо зафиксирована на своем месте. Именно в таком состоянии ее и принесли в Каирский музей 90 лет назад. В 1940 году бороду уже приходилось подклеивать, и недавний инцидент побудил Министерство по делам древностей отдать маску в руки специалистов, которые нашли бесспорно лучший способ. Все-таки новое – это хорошо забытое старое.